матча, до начала которого совсем немного осталось. Для вас работают Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич. Смотрим футбол вместе. Классная игра будет сегодня, Константин. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. О составе хозяев поля давайте. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. 3-5-2 они сегодня выбрали. Очень насыщенно в середине. Посмотрим, продержатся ли они весь матч в таком сочетании. Впервые в истории чемпионатов мира брат играл против брата в 2010 году в Южной Африке. Да, это полузащитник сборной Ганы Кевин Принс Буатенг против защитника сборной Германии своего брата Жерома Буатенга. И наш матч начинается. Не стал судья останавливать игру. Преимущество сейчас у них. Чистый отбор. Здорово, арбитр в ситуации разобрался, и игра продолжается. Перехват. Дальше мяч не пошел. Джемайли. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Можно навесить сейчас. А вот будет рикошет был. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны, и важно было не сорвать перспективную атаку. Джемайли. Отличную игру в пас они демонстрируют. Катают они мяч. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Эрон Захаль. Марио Гёдзе. Надежно играет в отборе, и соперник без мяча. Джемайли. Мяч за боковой линией. Перехвачен аут. Просто так они взяли и подарили мяч сопернику. И вот удар. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. Похоже, своей настойчивостью и смелостью в этом эпизоде нападающий испугал защитника, потому что тот ничего не смог поделать, чтобы помешать забитому мячу. Один ноль в нашей игре. Мадуэке. Но не Мадуэке с мячом. Они продолжают идти вперед. Есть что придумать в атаке. И навес чуть назад.